Вопрос. Меня зовут Абдул-Кадир, и во время заполнения разных бумаг я должен писать свое имя, например, при подаче заявления и так далее. После этого заявление или иную бумагу с моим именем могут выбросить в корзину. Несу ли я за это какую-либо ответственность? Ответ. Хвала Аллаху. Нет ничего плохого в том, что вы пишете свое имя на бумагах и в формах, которые вам нужно передать другим. На вас нет греха за это. Грех будет на том, кто бросает эти бумаги в мусор, потому что это он проявляет неуважение к имени Аллаха. Шейха Абдул-Азиза ибн База, да помилует его Аллах, спросили, можно ли писать басмалю, то есть бисмиллахир-рахманир-рахим, на свадебном приглашении, зная, что они будут выброшены после этого? Он ответил, писать басмалю на приглашениях и других видах писем по шариату верно и имеет место быть, потому что говорится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, каждое дело человека, которое не начинается с имени Аллаха, будет лишено благодати. Известно также, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, начинал свои письма с упоминания имени Аллаха. Однако тому, кто получает приглашение, на котором упоминается имя Аллаха или аят из Корана, не дозволено выбрасывать его в мусор или класть в неподходящее место. Нельзя неуважительно обращаться с газетами и прочими изданиями, в которых упоминается имя Аллаха. Нельзя бросать их в мусор, использовать их в качестве скатерти или заворачивать в них вещи. Тот, кто поступает подобным образом, совершает грех. Что касается того, кто написал имя Аллаха, на том нет греха за это. А Аллаху ведомо лучше.